8. Сегодня 1 сентября в 11 классе. Это мой последний 1 сентября. И, в принципе, последний год в школе. Ладно, это просто так необычно. В общем, у меня линейка в 9, и через час я должна быть уже готовой выходить на встречу с девчонками. А я еще даже не накрасилась. Окей, да. Я бы с вами побольше поболтала, но... Мне надо побыстрее садиться краситься, если я хочу сделать что-то нормальное на своем лице. Короче, каждый 1 сентября я заморачиваюсь и делаю какой-то мега-мега новый для меня макияж, но в этот раз я не хочу заморачиваться. В плане, я когда смотрю на свои макияжи прошлых 1 сентября, я думаю, боже, какой ужас, что я делала. Я просто буду делать все по классике. Вообще, я хочу сделать стрелки сначала тенями поверх обычной черной подводкой стрелки. Тушь, если что, тушь у меня вот такая вот. А то многие спрашивают. Немного теней с блестками. И также сделаю губы. Я заказала новый для себя карандаш на Валберисе. Не знаю, достаточно такой темный цвет. По-моему, это 104 оттенок. В общем, попробую. Немножко хайлайтера, а тоналкой я не пользуюсь. Так, я уже собралась, распустила волосы, такая укладка получилась. Такой вот макияж. И вот костюм, которым я пойду на линейку. К слову, которая через полчаса, а мы еще даже не встретились с девочками. Они сейчас просто бегут ко мне домой. И как бы мы вместе побежим в школу, потому что нам еще и заранее сказали прийти, так как нам надо надеть ленты выпускник. Я выпускник! Кстати, посмотрите, такие вот у меня сегодня сережки и украшения. Все покупала на Валбрисе. Не могу оторваться от костюма, такой красивый цвет. Все, я побежала. По итогу мы просто взяли и заказали мак. Все, мы с девчонками уже прогулялись по парку. Я иду домой собирать свои вещи на дачу. И доделывать дела. Просто, в принципе, сейчас соберу волосы, приведу себя в порядок, переоденусь в домашнюю одежду наконец-то, потому что я вообще дико устала.
я наконец-то дома, мы с девчонками немножко прогулялись по городу, у меня уже просто под вечер все кудри опали, весь макияж поплыл. И если честно, я чувствую себя мега опустошенной, усталой, хочется просто лечь на диван и ничего не делать, но, к сожалению, так не получится, потому что сегодня первый день учебы, напланировано очень-очень много важных дел. Поэтому я сейчас просто уберу волосы, перейду в домашнюю удобную одежду, смою макияж, просто, в принципе, приведу себя в порядок и буду приступать к выполнению этих важных дел. Я сейчас села планировать, сначала напишу цели на год. Для меня это очень важно, потому что абсолютно каждый раз перед началом учебного года я прописываю свои цели, тем более у меня 11 класс, и первое, что нужно здесь сделать, это поставить цели на год. Потому что мне кажется, вот так вот бесцельно готовиться к ЕГЭ, не имея у себя в голове представления даже о конечном результате или о том, чего вы хотите достичь по итогу сдачи этого единого государственного экзамена, ну, как по мне, это странно. Я считаю, что в голове нужно держать место, куда вы хотите вы поступить, и баллы, на которые вы нацелены. Потом напишу контент-план. Хотя я, правда, не знаю, как сейчас буду совмещать съемку видео и учебу. И самое сложное из всего этого — это прописать свой план подготовки к ЕГЭ на год. Опять же таки, я люблю планировать, и для меня очень важна систематическая такая подготовка со всей проработанной системой, с расписанием. Я уже начала вчера как-то расписывать на бумаге, что я хочу сделать за полгода хотя бы по подготовке. И сейчас всю эту систему нужно перенести аккуратно в Google таблицы или любое другое, более удобное, не знаю, приложение. Конкретно сейчас я занимаюсь покупкой годовых курсов по истории и по обществознанию. По истории я точно буду заниматься весь год, в истории котики, а по обществознанию я выбрала SmithUp, хотя на самом деле сомневаюсь, я просто пересмотрела миллион видео, где лучше заниматься по обществознанию. В большинстве случаев рекомендовали SmithUp, хотя мне не нравится то, что все основные темы мы закончим проходить только в мае, и блок права, в принципе, мы закончим проходить в мае. Тем более, там, когда печатаешь скрипты, их нужно только вручную заполнять, и нет готового скрипта, а я люблю готовые скрипты. Не знаю, альтернатив курсов у меня пока нету, поэтому, скорее всего, я остановлюсь на SmithUp'е. В общем, все еще, я сейчас просто посижу, все это проанализирую себя в голове, подумаю, как для меня будет лучше, потому что не хочется на протяжении всего года переходить из одной онлайн-школы в другую, это, правда, очень неудобно. Как-то так. Ребята, хотела сказать, у кого не хватает денег на курсы, ведь в онлайн-школах они и вправду очень дорогие, существуют сливы курсов. Вот лично я с ними познакомилась во время подготовки к ЕГЭ в 10 классе. Просто посмотрите, какую тут предоставляют теорию к вебинарам. Самое главное, что обучение не отличается ничем от официального курса, у вас будут все вебинары в записи, все конспекты, ДЗ и ответы к ним. Вот канал, где я покупаю, я оставлю в описании. Для связи также там будет контакт администратора, абсолютно все вопросы можете задавать ему. Ура, я только что оплатила месяц годового курса по истории. За просмотр этого видео. Я перешла в 11 класс, это мой последний год в школе, если честно, я сама до сих пор не могу это осознать. Я уверена, что этот год будет сложным, но и вместе с тем интересным. Поэтому оставайтесь вместе со мной, будете наблюдать за моей жизнью, как я готовлюсь к экзаменам, за моим поступлением. Поэтому всех люблю, целую, обнимаю, всем пока!